Знаете что, ребят, просто понимаете, я вот даже в любой экстремальной ситуации я просто начинаю ржать. Ну, что бы ни случилось в жизни, ну вот у меня так вот по жизни. Я все время нахожу позитивные стороны и из этого создаю все остальное. Ну так и делается, вообще-то это и есть вибрация. Ну и вообще ментальная магия и все остальное. То есть у меня-то это получается вот так. Ребят, мои чемоданы, мантичемоданы, кролики, никто даже не... То есть я прохожу, вот как этот... Ну у меня же самый высокий уровень клиренса на всех уровнях всегда был. Ну потому что я проходила их и в BMW, и в Tiffany, и в этом...